Добрый день, друзья! Вы на канале Натальи Горбачевой о простой и здоровой пище. Сегодня я буду запекать в духовке судака на подушке из овощей. Рыба эта вкусная, нежирная, вполне подходит для диетического питания, особенно в компании с овощами. Судака я ополоснула холодной водой, его предстоит очистить от чешуи и от плавников. Чешуя у судака не крупная, но жесткая, поэтому, чтобы пространство вокруг осталось чистым, при покупке можно попросить продавца рыбу сразу почистить. Затем из тушки я удаляю внутренности, голову, и после всех перечисленных процедур судака я мою и разрезаю на порционные кусочки. И вот эти крайние кусочки, голову, я обычно оставляю на уху, предварительно убрав из нее жабры. Для овощной подушки я подготовила лук, морковку. Лук разрезала, морковку тонко нашинковала, нарезала перчик. Кабачок я разрезала на кубики, так как овощи в подушке будут смешиваться. А если овощи выкладываются слоями, то кабачок можно разрезать на кружочки. Такой способ я показывала в видео о запекании сазана. Ссылку на него я оставлю в описании. Вместо кабачка можно использовать и картофель. Еще немного зелени. У меня петрушка. Овощи посолю, перемешаю и выложу на дно формы. В процессе запекания они осядут. Выкладываю сверху кусочки рыбки. Рыбу сверху также присаливаю. Закрываю форму фольгой и отправляю судака в духовку запекаться при температуре 200 градусов. Судак запекался час. Он получился очень сочным. Сок виден даже сверху. Рыбку можно посыпать дополнительно рубленной зеленью. Приготовленный таким образом судак получается мягким, нежным, сочным и очень-очень вкусным. Приятного вам аппетита, простых и полезных рецептов. Делитесь этим видео с друзьями, приходите на мой канал, подписывайтесь. Все тексты рецептов находятся на сайте edimkashu.ru.